В крае почти в 3 раза увеличилось число несчастных случаев на железной дороге, в результате которых гибнут дети. Об этом заявили в транспортной полиции, подводя итоги работы за 2016 год. В прошлом году под поезда попали 8 детей, 7 из которых не выжили. Жертвами становятся и взрослые. Всего в 2016-м на железной дороге погибло 11 человек. Все трагедии случились на нерегулируемых переходах. Конечно, до сих пор остается нерешенная задача у нас по городу на переездах, но знаю, что спланировано и будет реализовываться и в этом году. Это и витамин-комбинат, переход вот этот со всеми вытекающими, потому что там основная часть у нас граждан травмируется и гибнет, к сожалению. И остается Ахиллесовой пятой. И в других местах на компрессорном, в общем, есть, где у нас переезды не обеспечены той безопасностью для граждан. Будем над этим работать. Но отмечают транспортные полицейские и положительную динамику. Количество краж в пассажирских поездах снизилось на 20%. Всего же в прошлом году было зарегистрировано более 300 преступлений, совершенных на транспорте. При этом ни одного тяжкого и особо тяжкого. По статистике, наиболее криминальным является курортный сезон. В это время число правонарушений вырастает в разы. Но это лето будет особенно жарким. Грядет Кубок Конфедерации. Полицейские ждут наплыва не только туристов, но и футбольных болельщиков. В целях безопасности еще с 2014 года силовики начали вводить новшества. Поезда стали ездить в сопровождении полицейских. И с каждым годом их число увеличивают. Сейчас из 26 000 составов 5 000 следует по пути под контролем сотрудников МВД.